Всем привет! Сегодня у нас много новостей. Вчера в московском метро 125 тысяч квадратных метров пассажирских зон были продезинфицированы специальными генераторами тумана. Я видела, как это выглядит, и это очень красиво. Вторая новость. На улицах стало тепло, и мы, наконец, открыли двери в метро. Теперь вы можете туда заходить, соблюдая дистанцию и не касаясь ничего руками. Но, тем не менее, носить маски и перчатки при пользовании общественным транспортом и посещении других общественных мест мы все равно рекомендуем. Поэтому, начиная с понедельника-вторника, маски и перчатки будут появляться в продаже на станциях метро. Их нам предоставляют городские предприятия, и поэтому цена будет на них устанавливаться централизованно. Помните, я недавно рассказывала, что в гонконгском аэропорту решили протестировать систему дезинфекции пассажиров. Так вот, в Дубае таким образом уже дезинфицируют таксистов. В одном из районов города установили специальный коридор, заходя в который таксист сможет продезинфицировать себя и свою одежду. Тотальная дезинфекция. Оставайтесь дома, берегите себя.